Совсем недавно к нам в музей пришел житель Красногорска Сергей Иванович Новиков. Он принес и передал в дар музею комплекс документов своей мамы Юлии Васильевны Новиковой. За этими документами не просто судьба нашей землячки, но и целая историческая эпоха, целый большой исторический этап. Семья Юлии Новиковой, еще когда она была девочкой, пережила под Истрой оккупацию фашистов в 1941 году. Потом была учеба в школе рабочей молодежи в Красногорске, потом работа в Красногорском лагере для военнопленных, как он тогда после 1947 года назывался, объект номер 42. И мы очень благодарны, что люди приносят к нам в музей предметы, подлинные исторические документы. Эти материалы сразу же становятся основой для исследований, и таким образом пополняются музейные коллекции, сохраняется историческая память о нашей стране, о Великой Отечественной войне и, конечно, о городе Красногорске.